Всем привет! Я, как и обещала, хотела вам сделать видео по поводу набора Конат. Вот такой вот набор для ногтей. Я приобрела ее в группе ВКонтакте. Это специальный набор для ногтей, для того, чтобы можно было оформить красиво свои ногти. Чтобы можно было сделать и французский маникюр, и любые узоры очень легко и быстро. Набор сам по себе корейский, качество хорошее у него. Главное не купить подделку. Определить настоящий набор можно вот по такой вот наклейке. Она блестящая, переливается. Переливаются цветочки. На ней должны переливаться цветочки и надпись «Конат» быть. Штампинная. В общем, вот такой набор. В набор входит один диск специальный с узорами. Здесь бабочки, тут цветочки всякие разные. И обязательно указан номер диска. Например, вот этот вот диск М76. Ой, М36, простите. Так. Дальше в набор идет вот такой вот скребок. Потом объясню, для чего он нужен. Вот такой вот штампик. Все выглядит как розовое, как игрушечное. На самом деле это очень полезная штука. Так, еще входит, вот я взяла набор, в нем уже шло два лака. Лаки экологически чистые, белый, черный, Конат. Очень хорошие, они сами по себе очень густые, специально для того, чтобы наносить узоры, чтобы узоры долго держались и хорошо отпечатывались. И в набор еще входит вот такой вот закрепитель для лака, прозрачный, очень клевый, очень долго держится. Все узоры после него, после того, как им покроешь. Он такой тоже достаточно густой. Как видите, вот лаки сами все поменьше бутылочки идут. А вот это вот закрепитель побольше. Бутылочка очень красивая, оформлена очень хорошо. Вот. Так. Если, к примеру, вы решили заказать себе этот набор, вам придется к нему заказать, разумеется, диски. Вам может не совсем понравиться диск, который идет в наборе. Вот, хотя вы можете по диску и набор выбрать. Но по-любому вы наверняка захотите приобрести себе еще дополнительные диски. Дополнительные диски лично я приобретала на сайте eBay. Точнее, мне приобретали его. Я просто не знаю, как там что заказывать. Там можно выбрать номер диска, посмотреть внимательно, какие рисунки на диске, как они будут смотреться. И потом уже вот покупаете отдельно. Вот я отдельно заказывала, мне пришло скорее 5 дисков вот, с разными узорами. Есть вот такие большие узоры, они наносятся на всю поверхность ногтя. Вот такие леопардовые цветочки, кубики, рубики всякие. Потом просто как французский маникюр, узорочки такие. Вот, очень красиво. Вот это вот идет набор. Он идет на край ногтя, как французский маникюр. Причем можно варьировать разные цвета. Вы можете кончик ногтя покрыть белым лаком, а сделать штампики уже сами узоры черными, либо наоборот, либо вообще варьировать там розовые, сиреневые, какой угодно, когда захочется. Вот. Мы сейчас попробуем, к примеру, стандартно взять диск вот такой вот, который шел у меня в комплекте, вот этих вот бабочек попробую вам сделать. К сожалению, у меня качество камеры не особо позволяет, так сказать, четко, чтобы вы увидели все. Но я попробую как-нибудь так наклонить, как-нибудь так монитор сделать, чтобы вам было видно. Так. Сейчас наклоняю. У меня здесь на листочке все. Мне самой не особо видно будет, что я вам там показываю. Но постараюсь, чтобы все все увидели. Делать все нужно достаточно быстро, чтобы не успевало присыхать. Высыхает лак, точнее. Сначала наносим на ногти обычную прозрачную основу. Я уже нанесла. Сейчас я возьму... Кот, хватит мяукать. У меня там кот мяукает за дверью. Я его не пускаю, потому что он мне тут все портит.
Я возьму, наверное, черный лак, чтобы вам было виднее. И беру диск, поворачиваю тем узорчиком ко мне, который я буду использовать. Я вам покажу на одном ногте. Здесь еще понадобится жидкость для снятия лака и ватка. У меня сейчас, к сожалению, нету. Но я вам потом объясню, почему нужно это все. В общем, берете, открываете лак, наносите на тот узор, который хотите, чтобы отпечаталось. Наносите вот так достаточно же густо. Видите, как я нанесла, да? Сейчас берете вот этот вот скребок, отскребаете и тут же штампиком отпечатываете. На штампике остались вот эти бабочки. И теперь вот эти бабочек прислоняете, как вам нужно, туда, в ту сторону, где вам нужно, в тот уголок ногтя, и отпечатываете. К примеру, я сбоку вот сделаю так. Ну вот, в общем-то, получились такие. Вам показать. Вот такие вот бабочки получились. И сверху покрываю вот этим лаком. Лак очень сам по себе глянцевый. Сохнет он примерно, ну, минуты 4, наверное, вам понадобится. В итоге получается вот такой достаточно глянцевый, красивый рисуночек. В общем, как смогла, показала, для чего нужен, так сказать, жидкость для снятия лака и ватка. Для того, чтобы вот с того, что у нас вот здесь получилось, с этой вот печатки, посмотрите, на ней остался лак. Вот видите? И чтобы в следующий раз нанести на другие ногти, вы берете жидкость для снятия лака, немножко ваткой промокаете и потом хопа-хопа снимаете. И так на каждый ноготь. На самом деле это не сильно утомительно, как может показаться на первый взгляд. Ну, в принципе, так. Нормально. В общем-то, вот, с помощью этого набора вы сможете сделать любые ногти. Сейчас я вам покажу на каком-нибудь другом узоре. Просто уже на листочке бумаги. Не хочу сейчас, пока мне некогда ногти делать. Скоро нужно выходить. К примеру, да, возьмем, предположим, вот такой вот рисунок. Эти вот цветочки. Наносим на них лак. Вот, на всю поверхность. Соскребаем. И главное тут же отпечатать на скребок. Ой, не на скребок, а на штампик. Вот, и вот. Я на бумагу отпечатываю. Можете посмотреть, как все это красиво получилось. То же самое будет у вас на ногтях. Здорово, да? Так, сейчас я попробую вам показать группу, в которой я состою по набору Конат. Так. Вот эта группа. Она так и называется. Печатные формы. Набор для быстрого дизайна ногтей. Москва. Здесь все рассказывается, какие лаки здесь продаются, какие диски. Диски здесь тоже можно купить. Печать и скрапер тоже. Вот это вот. Называется скрапер. Так, ну, тут еще дополнительно можно всяческие стразы купить для ногтей. Вот, как вы видите, можно здесь посмотреть себе диски. Вот такие вот есть. Со всякими рожицами. Вот с такими цветочками, как я вам показывала, наподобие. В общем-то, любые. Здесь есть видео,
Как можно сделать себе самой узоры? В общем-то, смотрите, вступайте в группу, если хотите, заказывайте. Я лично, когда заказала этот набор, вступила в группу, заказала этот набор, и я встретилась с девушкой, которая мне потом передала все на станции метро. Мы с ней встретились, я ей заплатила денежку. Наборы, они идут разные, по разным ценам. К примеру, мой набор, он стоил 1300. Я ей сразу денежку отдала, она мне набор передала, я проверила, что все нормально, и все. Все окей. Все достаточно просто, главное выделить время и денежку небольшую. В общем-то, вот. Ладно, я рада была вам рассказать про этот набор. В следующий раз что-нибудь еще сделаю. Всем пока, мне уже пора бежать. Пока.